Я рада знову вітати вас у нашому клубі. Сьогодні ви дізнаєтесь, як зміцнити своє здоров'я та віднайти внутрішню гармонію, використовуючи знання давньої життєвої філософії аюрведи. А господиня Оля Дебенко поділиться секретами корисного сніданку і приготує домашній йогурт. Аюрведа – це давня життєва філософія. Її мета – досягнення внутрішньої рівноваги, свободи тіла, розуму та духу. Аюрведа спрямована в першу чергу на усунення причин захворювань, а не їх наслідків. Детальніше про це говоримо із лікарем Сергієм Курдюмовим. Пане Сергію, вітаю вас. Я пропоную для початку означити, що ж таке аюрведа і чим вона відрізняється від сучасної медицини і сучасних підходів до лікування. Аюрведа – это часть большого ведического знания, которое освещает вопросы здоровья и медицины. Если мы возьмем санскритское слово аюрведа, оно состоит из двух составляющих – веда – знание, и аюр – естество. Таким образом, получается, аюрведа – наука о естественном. Что же является естественным? И с точки зрения ведической философии, естественным является это состояние счастья. Таким образом, у нас получается, что аюрведа – это наука, которая позволяет сделать человека счастливым. Сделать человека счастливым на уровне тела, на психическом уровне и на уровне ментальном. К сожалению, современная медицина в большей степени акцентированном в настоящий момент на вопросах тела. Не берутся такие аспекты, как душа. Вот, в какой-то степени касаются аспекты психики, но в недостаточной степени. Нет этой взаимосвязи между болезнью и нарушенным мировоззрением. Аюрведа проявлена в настоящий момент с так называемым древним принципом «деша калапатр», что в переводе с санскрита означает «место, время, обстоятельства», призвана в настоящий момент объединить видение древних аспектов, древних установок, соединить с достижениями современной науки. Поэтому, по моему глубокому убеждению и по мнению учителей, у которых я учился в аюрведе, они считают, что аюрведа и ортодоксальная наука должны стать великолепным симбиозом, великолепным сочетанием, которое поможет принести благо современному человечеству. Оскільки у нас жіноча програма, хотілося б дізнатися з точки зору аюрведи, яка роль жінки у суспільстві? Аюрведа уділяє дуже велике увагу таким речам, як традиція. В древньому писанні Бхагавад-гіті, яке є квінтесенцією всього ведичного знання, в першій главі, в тексті 40-му, говориться о важності традиції. Говориться, що якщо відбувається нарушення традиції, женщины этого рода развращаются. Развращенная женщина становится причиной появления варна-санкары, нежелательного потомства. Нежелательное потомство, в свою очередь, становится причиной деградации общества. И аюрведа уделяет очень большое внимание соблюдению традиции, потому что именно нарушение традиции определенных принципов становится причиной всех женских проблем, начиная от проблем как физического уровня, так и психического, начиная с проблем в семье и кончая проблем на физическом уровне. Но ведические знания утверждают, что если женщина теряет свое здоровье, и общество в целом. И здоровье общества во многом зависит от физического и психического здоровья женщин. И эти вещи связаны концептуальнейшим образом. Хотя может показаться, на первый взгляд, эти нити не очевидны. Ну, например, в связи с гендерным взрывом, в связи со сменой ролевых расстановок, в жизнь современных людей пришел целый ворох проблем. И если с точки зрения ведической философии, женщина должна отвечать за поддержание семьи, поддержание очага, прежде всего,
то мужчина должен отвечать за социальную реализацию. Можно привести аналогию с обручальным кольцом, где есть внутренняя и наружная окружности. Наружная окружность обручального кольца – это внешняя, это активная, это социальная реализация, за которую отвечает мужчина. Внутренняя окружность кольца – это женская сторона, это женская сфера воздействия, которая отвечает за домашний уют, за семейное благополучие. И это изначальная природа мужчины и женщины. Смена вот этих ролевых расстановок обязательно приведет к проблемам. Потому что, как утверждают древние писания, счастлив человек бывает только лишь в одном случае, когда выполняет свои обязанности, выполняет свою дхарму. Есть даже такой удивительный текст: гораздо лучше выполнить свои обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем в совершенстве чужие. Лучше погибнуть, исполняя свой долг, чем пытаться выполнить чужой. Ибо следование чужому пути необычайно опасно. И вот когда мужчина и женщина начинают выполнять не свои ролевые расстановки, это однозначно приведет к проблемам. Ни в коем мере не следует понять, что женщину нужно закрыть дома, одеть на нее паранджу и не выпускать ее из дома, только лишь кастрюли, дети и так далее. Нет. Женщина может, должна выходить в свет, должна выполнять социальные обязанности, выполнять какие-то социальные ролевые расстановки, но только после того, как в доме у нее мир и покой. Если же женщина игнорирует эту составляющую, выходит и реализуется только лишь в социуме, ее непременно ждут проблемы. Який має бути у жінки розпорядок дня? Коли вона має прокидатися, коли має лягати спати? Що за цей час вона має робити? Яку їжу вона має вживати, щоб вона відчувала внутрішню гармонію, щоб вона була здоровою? В древніх медицинських трактатах говориться, що виздоровлення чоловіка починається з раннього пробудження. И это правило касается в равной степени как мужчин, так и женщин. Для того, чтобы быть здоровым, нужно начать вставать рано, а именно до восхода солнца. Первые 2 часа до восхода солнца – это необычное время. Называется, даже имеет свой специфический термин – брахма-мухурта. В это время происходит максимальная гармонизация мужской энергии, энергии теджаса, энергия ян, как принято называть ее даосская философия. Причем ее гармонизация необходима как для женщин, так и для мужчин. Если у современных мужчин недостаток сейчас этой энергии, мы видим недостаточность мужественности, то у женщин идет переизбыток мужской энергии, в ущерб, естественно, женственности. Поэтому ранний подъем до восхода солнца приводит к балансировке этой энергии. Первые 2 часа после восхода солнца оптимально для гармонизации женской энергии, энергии инь или энергии бинду. Завтрак можно порекомендовать женщине с 7 до 9 утра, потому что в это время активность меридиана желудка, желудок в это время наиболее силен, очень активен, и поэтому желательно дать вот завтрак. Завтрак должен быть относительно легкий, он наполнен овощами, фруктами, сырыми, тушеными, отварными. Можно добавить злаки, можно добавить орехи, семечки. И что очень важно, должен быть сладкий вкус. Дело в том, что современные диетологи сталкиваются часто с следующей проблемой. В попытках борьбы за красоту своего тела женщины борются с калориями, исключают углеводы и исключают сладкий вкус. Но каждая женщина должна знать, что для женского здоровья, для выработки женских половых гормонов, которые дают ей красоту, отвечают ее функционированию женских функций, обязательно должен быть сладкий вкус. Другое дело, когда мы его употребляем. Если его употребить вечером, если его употребить на ночь, перед сном, после 6, после 7 часов, это проблема. Это все будет уходить под кожную жировую клетчатку. Если же женщина употребляет сладкий вкус утром, то никаких абсолютно проблем. Но сладкий вкус, он нужен обязательно. И искусственное исключение его приведет к тому, что женщина рано или поздно сорвется.
Обед с 13 до 14 – это основной прием пищи. Здесь можно позволить себе какие-то вот эксцессы, можно позволить какие-то вот расслабления, позволить удовлетворить свои какие-то потребности. Важно помнить, что желательно все-таки не переедать, и вставать из-за стола с чувством легкого голода. Если у человека появилась во время обеда отрыжка, считается, что он уже отравился. Нужно немедленно прекратить прием пищи. И важно, чтобы в обед женщина ощутила все 6 вкусов. 6 вкусов, они определяются 6 видами сосочков, которые находятся у нас на языке, поэтому мы воспринимаем 6 вкусов. Для сравнения, например, у свиньи 144 сосочка, поэтому свинья ощущает 144 вкуса. Что бы она ни скушала, ей все вкусно и интересно. И важно, чтобы в обеде состояли все эти 6 вкусов, и начинать надо всегда со сладкого. Следующий прием пищи – это в 5 часов вечера. Фактически все, что можно на обед, только лишь в 2 раза меньше. И рекомендация – нельзя на вечер, не рекомендуется кушать в большом количестве свежие фрукты. Потому что свежие фрукты, они будут наоборот разжигать аппетит, и мы съесть можем очень много. А огонь пищеварения уже недостаточно силен, чтобы переварить эти вещи. И если мы употребляем пищу в 5 часов, то в принципе до сна уже кушать не захочется. Еще очень важный момент в плане структуры питания нужно сделать на водном режиме. Водный режим для взрослого человека рассчитывается по следующей формуле. Вес тела в килограммах умножается на коэффициент 28,3, и в результате мы получаем суточный объем в миллилитрах. Это мы берем за 100%. 80% от полученного объема мы должны выпивать до обеда, до 14 часов. Оставшиеся 20% мы выпиваем с 15 до 19. После 19 пить нельзя. С 19 часов до 21 для почек это самое слабое время. И водная нагрузка – это серьезный удар по нашим почкам. Особенно зимой и особенно холодная пища. Почки не любят холода, не любят охлажденные напитки. И отбой, пожалуй, один из важных рекомендаций, которые следует дать нашим телезрителям – это ранний отбой. Для того, чтобы сохранить свою молодость, сохранить свою красоту. Красоту не только кожи, да, но и красоту внутренних органов. Важен ранний отбой. Это с 21 до 22 часов. Важно уснуть до 22 часов. Если женщина засыпает 21-21.30 и встает даже в 3 часа, в 3.30, в 4.30, она делает работы гораздо больше, чем она встает, допустим, там в 10 часов утра. Она чувствует гораздо эффективнее, гораздо бодрее, гораздо активнее. Для багатьох жінок дуже важливо зберегти своє здоров'я. Які основні причини захворювань саме жіночих? Если говорить о причинах женских болезней, то следует в своем понимании подняться выше, чем проблемы физического тела. Потому что над физикой стоит психика, над психикой стоит мировоззренческая платформа. И все женские заболевания, в основе всех женских заболеваний лежат претензии к противоположному полу, претензии к мужчинам. Разный уровень, разный аспект этих претензий, обида, агрессия, страх, презрение и так далее, будет, естественно, проигрываться на разных уровнях. Но в основе всего это лежит претензия. Если мы возьмем причину смертности по современной статистике, это сердечно-сосудистые заболевания. На втором месте это онкология. Среди всей онкологии рак молочной железы сейчас стоит на первом месте. Так вот, причина рака молочной железы – это мировоззренческая платформа женщины. Меня не оценили как мать, как жену, как женщину, как любовницу.
И это вылетает в онкологию молочной железы. Як все ж таки попередити ці захворювання? Тобто, що треба перебудувати у своєму світобаченні? Прежде всего, женщина должна вспомнить, что она женщина. С этого начинается ее выздоровление. Прежде всего, женщина должна вспомнить как бы о своих обязанностях. Сгрузить себя груз ненужный для нее, обременительных мужских обязанностей. Вот, оставаться вот женщиной. Пытаться стать женщиной, вспомнить, что такое быть женщиной. И это будет началом выздоровления. Ви сказали про те, що для того, щоб відновити, віднайти оту свою жіночність, необхідно виконувати обов'язки. Які обов'язки має жінка виконувати? Существує 108 обов'язків мужчини, 108 обов'язків жінки. Но в рамках нашої передачі ми не зможемо це оцінити. Но все желающие сейчас могут при желании найти эту информацию, изучить ее, примите ее к себе. Ну, может быть, следует остановиться на четырех основных женских обязанностях. Это вера, это целомудрие, это верность и вдохновение. Вера – это понимание того, что все, что происходит в моей жизни, автором всего этого является сама женщина. Это результат наработок как бы прошлой жизни. И в этой жизни нужно просто вот заплатить как бы по счетам. Душа, получающая мужское тело, она нарабатывает карму. Женщина отрабатывает. Если мужчина делает усилия над собой, он сразу получает вот сразу незамедлительный результат. В этом есть преимущество мужского тела. Женщина, делая усилия стать лучше, результат приходит, но этот результат женщины не дают реализовать сразу. Он идет на погашение долгов, как говорит современная молодежь, косяков, сделанных в прошлой жизни. Она сделала, результат забрали, сделала, результат забрали. Но это что ж такое, что ж происходит? И это явление проигрывается в формулировке как бабья доля. Нет понятия мужская доля, мужичья доля, есть бабья доля. То, что женщина прилагает усилия, она все делает правильно, но она не получает результат за свою деятельность. Это связано, как я сказал уже, с погашением долгов как бы прошлой жизни. Но так происходит не всегда, только лишь до определенного момента. И понятие веры заключается в том, что женщина должна понять, что все, что происходит в ее жизни, это закономерно. И она должна выполнять свои обязанности вне зависимости от внешних условий, от внешних обстоятельств. Качество целомудрия, мудрость целого. Это шире, чем обычное понимание современных людей целомудрия. Женское целомудрие – это мудрость во всем увидеть целое. Во всем происходящее увидеть определенное вот зерно. Позиции верности. Женщина должна понять, что ее муж – это единственный для нее оптимальный вариант, чтобы стать счастливой. Проблема современных женщин заключается, что она не видит своего мужа близкого. Например, как в сыне, как в отце своем. Можно ли поменять отца? Не можно. Отца поменять нельзя, потому что он близкий. Даже если он алкоголик, вот ведет себя недостойно. Можно ли поменять сына? Тоже нельзя. Несмотря на то, что он там хулиган и еще какие-то выполняет неблаговидные действия. А вот мужа, у женщины постоянно сидит файл, что его можно поменять. И когда муж женщины что-то делает не так, у женщины срабатывает, может быть, поменять, пока еще не поздно, пока еще молода, пока еще хороша. Да и мама мне говорила, за кого ты замуж выходишь. И вот до тех пор, пока у женщины будет сидеть в голове позиция, может быть, поменять, до тех пор она будет болеть. Верность – это понятие того, что выходит замуж один раз. И это мой муж. И насколько он будет успешен, зависит полностью от меня. За каждым сильным мужчином, известная, да, поговорка, стоит мудрая женщина. На 90% успешность мужчины зависит от того, верит в него его жена или нет. Поэтому, когда женщины говорят, что он рохля, ее муж еще какой-то, это качество ее веры.
И следующий момент – это вдохновение. Женщина должна вдохновлять своего мужа. Мужчина никогда не уходит к любовнице, он всегда уходит от жены. Любовница живет только недостатками жены. И прежде всего, главный недостаток современных женщин – они не вдохновляют мужчин. Можно нашим телезрительницам посоветовать несколько как бы, рекомендаций для того, чтобы стать вот, успешной. Это фраза «оптимизатор» и фраза «мотиватор». Каждая из них должна быть произнесена трижды. Фраза «мотиватор». Женщина должна своему мужу сказать: «Я благодарна тебе за, о любимый, я благодарна тебе за», и произнеси, за что она ему благодарна. Фраза «мотиватор», о любимый, это так умно. И вот эти вот, казалось бы, простые фразы, но они магическим образом просто действуют на любых мужчин. Если кто-то сомневается, можно это проверить буквально сегодня, что вы видите, как у вашего мужчины будут расправляться плечи. И мужчина сразу начинает чувствовать себя принцем, он сразу начинает быть готовым к свершению подвигов каких-то, и он готов для своей возлюбленной, для своей жены бросить весь мир к ногам. Пане Сергію, я щиро дякую вам за такі чудові поради і впевнена в тому, що вони обов'язково допоможуть нашим глядачам покращити своє життя. Шановні жінки, я бажаю вам міцного здоров'я і обов'язково відчувати внутрішню гармонію. Сніданок – це один з основних прийомів їжі, і в залежності від того, як ми поснідаємо, так пройде наш день. І зараз я вам розкажу, як можна корисно поснідати для того, щоб наповнитися енергією, для того, щоб вистачило до обіду і максимально із того, що є у нас зараз у продажу і дуже доступним. Перше, сніданок має містити щось таке солодке, тому це будуть фрукти або овочі. Я вам допоможу сьогодні приготувати натуральний йогурт, і ми з нього зробимо красивий десерт. Йогурт у мене вже підготовлений. Розкажу вам швидко, як я його зробила. Я купила домашнє молоко, прокип'ятила його. У мене було 3 літри молока. Коли молоко охололо до 42-43 градусів, я додала в нього таку заквасочку. В магазинах продаються дуже багато різних. Я взяла ту, на якій написано йогурт, тому що мені подобається вкус, він солодкий. Є дуже багато різних біфі, лакто, корисних мікроорганізмів. Потім я ці 3 літри молока перелила в 3-літрову баночку і завернула полотенечком. Зараз просто жарко і можна нікуди не в духовку, нікуди в тепле місце не ставити. Якщо йогурт робити з вечора, вранці вже буде він готовий. Тому ось у мене вже є підготовлена невеличка баночка йогурту. Я нічого не додавала, ні цукор, ні ваніль. Але якщо людина любить, вона вже може потім в такий готовий йогурт додавати за своїм смаком краще щось корисне. Мед або якісь фрукти, або овочі. Мій чоловік дуже любить йогурт, тому я дітки також. У мене є глухина. Можемо гарно так прикрасити наш йогурт ягідками, все на смак. У кого є суниця, у кого є малина, абрикоси, сливи, тобто все, що є під рукою, можна додавати в нього. Також я дуже люблю льон. Я вважаю, що льон, він допомагає організму бути защелаченим, а також льон виводить токсини з організму. Тому можна його побільше, можна поменше. Зараз дуже ще корисно використовувати в їжу суперфуди. Ось я купила насіння чія. Воно не наше, місцеве, але воно дуже схоже на льон по консистенції. Тому хто любить льон, хто любить насіння чія, ми можемо чай по чайній ложечці додати. Якщо все це перемішати, льон з часом набухає і... Ну, бачите, таке стає в крапочку. Дуже так красиво і незвично. Якщо парочку хвилин воно постоїть, ми ще можемо зверху прикрасити якимось фруктами.
можемо, якщо не солодке, додати ложку меду. І у нас вже буде готовий сніданок, яким ми можемо радувати своїх близьких та друзів. На цьому програма завершується. Сподіваюся, що наші поради стануть вам у нагоді. Приєднуйтесь до жіночого клубу вже наступної неділі, і ви дізнаєтесь ще багато цікавого.